Акт вандализма совершила группа подростков у стен мечети на проспекте Строителей сегодня ночью. В 4 утра группа неизвестных в масках проникла на территорию. Они исписали стены оскорблениями и нарисовали фашистскую свастику. У забора вандалы оставили свиную голову. Нарушителей задержали прихожане мечети. В 3 часа они собирались на утреннюю молитву. Им по 15 лет. Как мы понимаем, в 9 классе они должны думать о своем экзамене, ЕГЭ у них происходит. Они пришли ночью сюда, и значит, есть люди, которые их направляют. Одного мальчика мать сюда уже приходила, она сожалеет, что это произошло. Она не может понять, как это могло случиться. То есть мы так считаем, что за этими детьми стоят какая-то шайтанская организация. Поймать удалось только 3 из 5 нарушителей. При них обнаружили маски, футболки со свастикой и баллончики с краской. Раньше такого никогда не было. Жители района всегда очень уважительно относились к представителям другой религии, уверяют в мечети. Мы, кажется, в контакте с правоохранительными органами, с правительством Ивановской области, с местными властями. И спокойно, это, как сказать, продолжаем работать, жить. Кто стоит за вандалами, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Один из пойманных нарушителей сейчас находится в больнице. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.